Последний сезон для девушек закончился не феерично, но сейчас настрой у них боевой. Рвутся утереть нос противникам, да еще и в своем блоге дают жару. К работе с YouTube-каналом нападающая Екатерина Ананьина подошла основательно и креативно, чего только стоит его название. После одной ситуации из Уфы меня очень часто начали называть «баба с яйцами», потому что не каждый мужчина способен говорить правду, поэтому решила завести блог, чтобы показывать хоккей немножко с другой стороны. Возвращение именитой команды на ведущие позиции нижегородские болельщики ждут уже давно. И значит, перед новым тренером Сергеем Филиным стоит серьезная и непростая задача, решение для которой он уже нашел. Ну, скажем, и пряник, ну, чуть-чуть кнута, с ребятами там. Кнут, а пряник вот столько. Здесь все наоборот. Новый коллектив, новые совершенно задачи, новые люди, общение. Поэтому вот все интересно. И вот тренировка. Спортсменки разогреваются, оттачивают введение и передачу шайбы. Есть упражнение и на сообразительность. Указание тренера перемешать клюшки. Теперь по свистку нужно быстрее всех сориентироваться, найти свою и вернуться на исходную позицию первым. Хорошая тренировка была, интересная, очень понравилась. Сейчас работаем, новый сезон, новые цели. Занять как можно выше места и биться за чемпионство у нас. Все в наших силах. Очень серьезная задача в этом сезоне, особенно в отношении меня самой, потому что я очень долгое время играла за клуб «Скиф». Сейчас вернулась и, не знаю, всей душой и всей силой буду отдавать только на победу. Хоккеисткам «Скифа» остается пожелать только удачи и побед в предстоящем сезоне, а всем болельщикам – зрелищных поединков. Галина Калягина, Вадим Лукьянов, телекомпания «Волга».